Телеканал КРТ представляє. Не строїться церковь по національному принципу, ну не строїться, по територіальному, да, ну нету ні Еліна, ні Іудея, ну не може бути українська церковь. Вот. Там вот, українська в нормальних названнях, це просто приналежність как бы, вот, УПЦ, да, та штука, це приналежність к території, да, как были там Смирнская церковь, Елладійська церковь, да, це приналежність к території, потому что по церковному праву легче, когда церкви находятся в разных государствах, легче административные вопросы регулировать, да, но не может быть вот на территории Украины, да, вот церковь украинская, вот как они проверять будут твое украинство? У нас даже в паспорте гражданство не написано. Вот что значит украинская церковь, мая будь это, знаете, это также глупо звучит, как говорится, если страна Украина, то язык должен быть украинский. Ну и что? А если в стране половина говорит на русском, значит должен быть русский? Ну что это за аргументы, правильно? Mm-hmm. А в Америке так же и здесь. Это политический инструмент. Украинская церковь это как? Вот давайте, если мы возьмем право обычное, гражданство, да, вот что такое резидент Украины, да, резидент в праве, не в разведке. То есть это предприятие, которое зарегистрировано на территории Украины и бенефициар находится, конечно, на Украине. Так вот теперь мне скажите, Томосная церковь, она является резидентом Украины, если ее центральный лидер находится в Стамбуле? Тогда я согласен, тогда без проблем. Значит так, у нас должна быть, значит, церковь. Если они говорят, что УПЦ это русская, то вот так и пишем. Хорошо, УПЦ переименуем в РПЦ и пишем у нас Русская православная церковь, а вторую называем Турецкая православная церковь. Ну тогда на таких условиях я согласен. Але якщо бачити, ну якщо продовжувати цю аналогію, то Російська православна церква, вона буде резидентом України, а Турецька вже не буде резидентом України. Вона от Ердогану підчиняється. З юридичної точки зору, все ж таки, так, бенефіціар, зрозуміло, де. Бенефіціар Ердоган. Тому що, смотрите, в Стамбулі, який вони називають Константинополь, ну, це Стамбул, да, всі знають. Є район, Фонар називається, Фонар, як би, вот. И там сидит вот этот главный патриарх стамбульский, да, он же Константин Вселенский, хотя ему кроме Стамбула и там еще пару ничего не подчиняется, ну уже и Украина подчиняется частично. Вот он там сидит. А есть, поскольку Турция, о боже, это государство исламское, где ислам набирает больше силы, есть специальное министерство по делам религии, чиновник, который как бы вызывает регулярно их на доклад и рубит им задачу. Правильно, потому что гражданин, вот этот вселенский патриарх какой страны? О боже, Турция и Америки. Вот. Поэтому украинская ли вот эта церковь, которую Петр Алексеевич Порошенко, имеющий, конечно, единое гражданство, вот, и его дети украинская, просто щебечут на украинском, просто щебечут его дети на украинском. Украинская ли она? Вот можно у этих товарищей поинтересоваться, которые там борются.